Следующий номер нашей программы посвящен фортепианному дуэту. Каждый музыкант, будь он инструменталист, певец или любой другой специальности, должен любить, может любить фортепиано. И вот как раз Артем Науменко сейчас нам это докажет в очередной раз. Когда-то он начинал учиться в детской музыкальной школе номер 21. И вот настолько он проникся любовью к тому стилю обучения, что он пригласил участвовать в своей программе преподавателя фортепиано Валентину Федоровну Илюкову. Мы сейчас с удовольствием объявляем славянский танец номер 2 в исполнении Артема Науменко и Валентины Илюковой.